На площадке Голицынской средней школы номер 2 состоялось открытие парты героев. В ходе акции, проводимой при поддержке местного отделения партии «Единая Россия», ученики познакомились с героями России Владимиром Алимовым, Александром Головашкиным, Русланом Кокшиным, Андреем Саманковым и Станиславом Хариным. Почетные гости рассказывали ребятам о важных вещах служения Родине, готовности ее защищать и отвечали на вопросы. В завершение встречи оставили памятные записи в документе «Парта героев».